Самая высокая в России концентрация заемщиков оказывается в Алтайском крае. Практически каждый работающий житель региона имеет хотя бы один кредит. Таковы результаты исследования Объединенного бюро кредитных историй. В прошлом году количество заемщиков в России выросло на 2 миллиона и достигло отметки 44 миллионов человек. Другими словами, банковские кредиты сейчас выплачивают 60% работающих россиян. Правда, средний размер долга несколько снизился с 214 до 209 тысяч рублей. По статистике, каждая пятая семья больше половины своих доходов тратит на обслуживание кредитов. И, по мнению экспертов, долговая загрузка на граждан слишком высока. Это грозит банкротством. В то же время у большинства россиян нет другой возможности купить квартиру или машину, кроме как в кредит.